участники, а также их родители, мы рады поздравить вас с окончанием рыболовного турнира и началом торжественной части. Ура! Ура! Наш рыболовный фестиваль Васик Карасик прошел на замечательном озере в селе Подгорцы, Вишенские озера. Хотел же дядю Сашу похвалить. Карася, правда, у него 5 видов здесь, но вы видели. Очень ранняя весна и карась. Женщины их просто подгорцы, поэтому их поймать. Нет, вот один из участников, вы видите по результатам, когда ему просто приманку или он сам. Ну, все нормально случилось. Он за час сделал результат 760 грамм. Карась есть, его лицо в забор. Ловить надо. Только, блин, надо было подобрать. Надо было манку детям. Никто же не догадался. С собой брать. А вот этот эксперимент, молодцы. Ну, мы начнем с награждения каждого участника. У нас все равно каждый что-то получит. Младшая группа. Наших почетных спонсоров, которые выдали призы, вот эти, которые вы раздали. Так, компанию «Салма Украина», которая выдала гречки, уточки,
вам. Также почетный спонсор компания «Флагман». Спасибо вам. Прикормку каждому участнику в начале соревнований. Бедра, удочки. Да. И остальные призы, которые мы будем называть. Так. Компанию УЗХ Фишинг. Интернет-магазин. УЗ Фишинг. Почетный спонсор. Да, который мы будем попкорн выдавать. Попкорн, всем ликвиды с утра и там приза тоже. Ликвиды, кстати, кто-то пробовал? Мы пробовали. Пробовали, вкусно. На кухне! Запивать там лимонадом. Также компанию «Земекс», которая выделила удочки нам на призы. Компанию «Земекс». И компанию «Ибис», которая тоже выдала прикормки. Также почетным спонсором дипломом нашего Ивасика Каратика 2015 награждается компания «Драгон», выделавшая, да, детям кусашкам и кулечкам, там это дешевое тесто. Тесто, да, полезное. А лайки фишер. Почетный спонсор «Рыболов-любитель Альманах», который выделил каждому. За поддержку, поблагодарить. Рыболовное хозяйство в Рудище Вишенки. Александр Капунин. Молодежь, рыбачьте, приезжайте. Приезжайте, рыбачьте, берите банку и приезжайте. Выловите у дяди Саши все караси. Овчака всего. Добрый человек. А также почетный спонсор компания УМС «Вот», которая приготовила нам замечательную уху, которую вы попробуете после. У нас один участник покинул соревнования, ну что-то траванулся, Федор Андрусенко. Но он успел поймать, между прочим, уже синьку, так что он обловил многих в своей группе. Даже синьку уже тогда поймал. Минут, которые он провел в секторе. Мы его наградили дипломом за волю к победе. Согласен. Он поехал домой, да. Ничего не сделает. Спасибо. А также за волю к победе мы хотим наградить, Мария Викторовна там есть, да? Его напарника, вечного конкурента Сергея Пичугина, который в этом году не упал. Вот карась у него такой сорвался. Папа ему леща за это дал. Папа. У него личный тренер из Белоруссии приехал, мастер спорта. От золотой рыбки искусственные насадки замечательные, скидка 10%. Это от Кудина, великолепные куски. У меня тоже такие есть. Еще один почерк. Ульки. Девушка с мечтами. И чтоб ты садок не забыл. А то забыл сегодня садок. Главное, не унывай, Серега, все у тебя будет. Саша, а за самую большую рыбу под названием «Самый большой ротан» награждается самый симпатичный ротан. Анна Куршева. Аня, иди сюда. Где наша Аня? Самого большого ротана. Аня поймала. Вот ты сейчас несут ребенка, дойдешь. Она и не знала, что она такая молодец. Она даже не знала, что она такая молодец. Она ротана поймала. Задок тебе. Туда рыбу складывай. Сядь. Тоже Тимара еще такой спрей классный. Аня, скажи спасибо. Пожалуйста, тебе спасибо. Приезжай там всегда. И не стань прям. Итак. За третье место детского спортивного фестиваля «Дома рыбака Свита рыбалки»
И Васик Карасик 2015 в младшей группе награждается Алина Ищенко. Волшебные призы. Не удирай, подожди. Давай, подожди. Сейчас тебе вот там еще. Сейчас ты привыкай к этому. Свету. Софина, стой там. Призеры не должны бегать. Бегают спонсоры и организаторы. Садись туда. Волшебное ведро. Бей, ну да, смотри, кидаем на шипку от уж вишен, спрейт, ликвид такой, ягодка, малина, вкуснята, бруски на шипке, и от тигара еще такой классный, правда, вкусный аромат, я тебе даю осьминожью прикорм, что ты понюхаешь. И от салма, по-моему, у нас вот еще роскошная удочка. Дотянешь, ну рыбу ж тянешь, значит ты это дотянешь. Позируй. За второе место детского рыболовного фестиваля «Ивасик Карасик» 2015 награждается Максим Нарцов. Не стесняйся, иди, Максим Нарцов. Снимай первый. Вот тебе большой второй кубок за второе место. Я подержала твой кубок. Стой, вот повернись, я фотографирую. Покажи. Там тебе еще призы приготовили. Компания рыболов, рыболов, грузики, поплавки. Это от Салма, там грузики, поплавки нет. Есть корм от Тимара, плавают спрей, потом рыбки на шипе. Такая нашивка, пелец, смотри, какой роскошный от Тимара. Тропический травяной карп. И чеснок. Макс, покажись, Максимка. Дети, отпишитесь. Мария Викторовна, помню только вкусное лещевое тесто. Она акцентирует все время на нем. Оно такое прикольное, а что мне? А мне дали. А тебе будет, прошу. И первое место и чемпионов детского рыболовного фестиваля «Дом рыбака, свет рыбалки» «Ивасик Карасик» 2015 в младшей группе стала Анастасия Завадская. 252 грамма. 252 грамма. Карасей поймала. Поздравляю тебя, Настя Завадская. Держи тебе такой кубок. Ничего себе. Начни, на. Повернись, повернись. Говорите, она фотографирует. Масонь, давай Тимарка к какому-нибудь месту, которое она скажет. Настя, да, Тимар к другому месту, которое она скажет, такого места. От Тимара ты кому-то передашь, куда кому ты хочешь передать подарки от Тимара, с кем ты поедешь? Скажи циферку. Скажи цифру от 1 до 3, 1, 2 или 3 выбери. 3? Третьему месту? Кто у нас там был третий? Алина Ищенко. Ура! На тебе тогда еще вот такие подарки. Ароматизатор. Сложный корм. И удилище. И от семечек, от удочка с колечками. Да. Вот тебе хорошо, тебе компактная. Дотянешь? Молодец. Тяни в норку. Давай, и удочка твоя. Молодец. Ура. Чемпион, далеко не уходи. Далеко не уходи. Потом чемпионов же надо всех сфотографировать. Все, Настюша, спасибо тебе. Старшая группа. Детский рыболовный фестиваль «Дом рыбака, свет рыбалки» Васик Карасик. Третье место. Андрей Тарас. Поздравляю вас. Три второе место. Торжи. Андрюха, ты чего все время стесняешься? Стесняюсь. Лицо покажи свое. На нас смотри, да. И подарки рассматривай. От компании. Попробуй его уловить. Да, ведро. Сюда фото от Тимара тоже, автобуса немножко. Прикольно. На шипке. Что тебе? Тебе достался вот этот халиб. Вообще жуткая воля. И понты карасишь. И груски от Грузина. И удочка. Удочка от компании «Салма». Ура! Бриллиантовая рука. За кем хоть?
Спасибо большое. Молодец. Далеко не уходи, потом надо всех вас фотографировать. В медалях с кубками. Да, вот так вот. Второе место на детском рыболовном фестивале. Ивасик Карасик 2015 в старшей группе. Антон Соколовский. Поздравляем вас. Спасибо. Торжественно вручаем. Диплом. Чашку на. Серебряную медаль. Кубок. Антон. Удочку от компании «Сава». Так. Попадали. Вот. Надо крышку убрать. Тоже понты карасик, тоже осьминог. Слушай, вот такой роскошный перец. Мед бренди. Я не знаю, это ребенку можно давать? Нюхали, давай. Только не сам, чтобы не кушал. Рыбе. Наша рыба. Большую рыбу и чемпионом, и поймавшим по весу больше всех 700, сколько, 40 грамм, да? 704 грамма карасик награждается Виктор Самойленко. 704 грамма. Молодец, Виктор. Ты главное, молодец. Лови рыбу, да? Еще бы аромат от Тимара. Вот тебе фрукты достанусь, всем вот осьминог. Все, и личным фруктом. Это тоже еще бы. Следующее соревнование еще бы. Спасибо. Спасибо. Вот. Так ты не уходи сразу. Ну, да, ты сейчас, и ты сейчас всех фотографировать на фоне планера. Да, не уходи. Так, чемпионы с кубками, подходите. Подходите, присаживайтесь. И вы вокруг чемпиона тоже становитесь с кубками, фотографируйте. Вот так. Иди вот сюда, вот мальчик. Возле мальчика становитесь. Большое спасибо. Тоже участвуйте. Приходите еще. И тут будет сейчас уха, сосиски. Рядышком, ребят, ну чуть-чуть рядышком, а ближе главному чемпиону. Да? Аня, смотри, пожалуйста, я же хотела.